Марка Volkswagen в лице своих дилеров в Санкт-Петербурге, Volkswagen Центр Пулково и Volkswagen Центр Лахта впервые в России стал генеральным спонсором и соорганизатором чемпионата России по парусному спорту в классе четвертонник этапа Кубка России Open 800. Вообще соревноваться на яхте неделю, это очень сложно. Тяжело физически, морально, но, как было отмечено, после финиша получаешь кайф. Довольны организацией, как организатор и как участник? Я доволен. Доволен, потому что высказали все абсолютно участники, что им понравилось. Было тяжело, для меня это первый опыт, тем более сразу на таком уровне. Это же неслыханная щедрость, почему Volkswagen делает такие большие подарки и почему вообще принимает участие в таком крупном мероприятии? Ну, потому что мы любим наших клиентов, мы готовы на многие подарки, особенно наша группа компаний. Мы всегда были в «Локомотиве» и ведущими на нашем рынке в Санкт-Петербурге. Не зря нам дали звание лучшего дилера по России. Чемпионами России 2012 года в классе четвертоник стал экипаж «Верхняя Голубева» Москва.